Всем добрый приветствую, дорогие друзья, респект прошаренный. Мы так 6 часов утра, и я выдвинулся. Днем стоит неимоверное жарище, плюс 30, завтра тоже плюс 30, а послезавтра и следующей неделе будет до 37. Так что теперь будем выдвигаться только с утра и копать часов до 2. Ну что ж, рванем на моднейший пляж. Может быть, что-нибудь попадется. Так, приехал, значит, на место, начал копать. Блин, сначала билон заметил, короче. А там еще одна монета с билоном вместе лежит. Какая-то медная. Вот. Империя. 10 копеек 901 года. И тут еще медная монета выпадает рядом. О! О, а это совет. Трешка. 24-го. Нифига. Классно. Вот это да. Сейчас еще прозвоню лунку. Вот это по красоте прет. Болото-то радует вообще. Фу, блин, у меня все лицо. Глаза щипит от пота. Тяжело вот эта голубая глина здесь, эта грязь тут ковырять вообще. Тем не менее, империя опять пошла. Время уже 8 и уже достаточно жарко. Фу, блин, я просто весь в поту, пока выкопал. Тяжело, блин, на жаре такой вот эту грязь ковырять вообще. Походу, серебром 1/2. Блин. Еще вот эта глина поганая на помехи дает. Да. 1/2 серебром 1846 года. Или 40-го. А, 40-го, да. 40-го. Нормально вообще. Огонь. Но бывает непонятно, вот где сигнал, а где глюки. Столько глюков, потому что от этой глины вообще. Тем не менее, империя прет. Так, время 9:30, жара усиливается. А монета идет. Потихоньку, но идет. Сейчас пуговицу еще царскую какую-то нашел медную. Но я ее кинул. Не знаю, с орлом нет, не видно. Надо чистить в окислах. Во. Походу последний чекан. Да? Ага, последний чекан, да? Копейка последнего чекана, блин. Такая тонкая, съеденная. Девятьсот четвертый, вроде бы. Ага. Как-то так. Монетка идет, идет. Тишина, хорошо. Обалденненько. Только жарище страшное. Все, в общем, исходил. Приходится опять в грязи лазить. Ну и вот монетка. Опять ранний советик. Трешка 36-го. Вон, жалко, сапогов нет. Ну и куда я на велике в сапогах-то, блин? Потом подсохнет, еще похожу. О, и находки есть. Я в прошлый раз с этой стороны ходил. Братаны, адреналин, адреналин попер. Я чуть в грязь не упал. Копнул лунку, опять что-то желтое. Опять что-то желтое блестит. Блин, братки, опять желтое блестит. Приходится вот в грязи прям. Фу, блин, бедцы полностью уходят. Вон, лежит. Во. Охренеть надо. Фу. 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 Братки. Опять золото. Ой. На этот раз мощное кольцо. О, на этот раз мощное. Толстое, блин. Вот, тяжеленькая, сразу чувствуется.
тяжеленькая. Вот это да, вон проба, вон, вон. Я устал, уже не могу вообще, уже на из последних сил уже хожу. И вот оно окупилось. Золото, блин, прет в Талово. Эх, блин, наконец-то. Фу, уже силы покидают, надо домой ехать. Жарище страшное уже, тридцатка долбит. Золото прет. Фу. Так, раскольца поперли, вон лунка. А где золотое было? Сейчас копну. Опять что-то хорошо звенит. Я решил заснять сигнальчик. А, не, нифига. Железяка. Железяка. Так, что там у нас? Один заходит. О, я уже креплюсь из последних сил. Походу, ранний советик. Пятак. Да, точно, ранний. Ранний пятак. Как, давай, какой год? Нужен 33-й. Нет, 31-й. Но тоже хорошо почистится, думаю, хороший будет. 31-го года вроде, да, пятачок? Сигнал плохой был, глубоко, блин, не жрал. Фух, крепимся из последних сил. Вот сколько всего пришлось выкопать, чтобы найти золото. Это плюс еще то, что взялось в сумку. А сколько еще металла всякого. Фу, блин. Который я куда-нибудь в кусты там покидал. Да, нож еще старинный его попался. Нож, всякие штуки. Ой, ключ вон попался. Ключ, всякая проволока, фигневолка, ходячка. Всякая фигня, блин. Ходячка вот, помимо империи всевозможной. Грузила свинцовые, блин. Фиг пойми чё. На скорую руку сейчас разберем. Да, билончик еще порадовал. Хороший такой. Почистится, будет бодрый. 901 года, 10 копеек. Нормально, сейчас тереть нельзя, потому что песок. Всякая фигня вон. Ну, свинца, интересно, тут сколько будет. Килограмм, наверное, свинца будет точно, блин. Еще какие-то монеты непонятные. Что это такое? Ходячка, что ли? Непонятно. Ну, вот трешка, которая с билоном рядом лежала. Вот еще какие-то монеты гнилые. Вон они. Что тут? Остальное свинец, да? Да, ну, на килограмм свинца точно будет. Гайка. Я думал, кольцо. Это гайка. Думал, сначала какая-то печатка показалась, но гайка. Вот так, дорогие. А, вот еще. Непонятно что, а где-то пуговица, да, имперская. Да, вот, может с орлом. Ну, непонятно, она вся в грязи, он в налет. Ну, вот, видно, что бронзовая. Как-то так, дорогие друзья. Ну что ж, это уже тянет. Империя есть на дне. А золото прет. Это уже тянет на невероятное возвращение фарта. Кольцо граммов на 5. Невероятное возвращение фарта. Фарт иногда возвращается, дорогие друзья. Ну что ж, я собираюсь, гоню домой, буду отсыпаться, реабилитироваться. Хочется поспать уже, хочется поесть, отдохнуть. До новых встреч! До новых встреч! Уже дома. Черноквартальная джакузи топится, как говорится. Вот. Вот сколько свинца нафигачил, блин. Грузил этих свинцовых. Давайте сейчас их расплавим заодно. И посмотрим, сколько свинца вышло. Потому что я охренел их копать. Реально. Так, сейчас еще надо подкинуть каких-нибудь щепочек.
Посмотрим, сколько выйдет свинца, блин. Задолбался выкопать, блин. Пошел процесс. Пошел. Тоже готово, отлил. Мусора дофига, блин. Ну, потом еще маленькие кусочки, которые там остались, я соберу на следующий раз. Пусть пока стоит, остывает. А это сейчас кусок охладим, взвесим, посмотрим, сколько получилось. Так сказать, момент истины. Кило 700 где-то, блин, кило 600. Кило 600, блин, нифига. Нормальная тема.